Всем доброе утро. Католиков с праздником. Такая хорошая погода на вашу Пасху. Это просто загляденье. Немножко погуляем по моему саду сегодня. У меня кругом цветут крокусы. Они, конечно, очень засоряют участок, но без них в эти ранние весенние дни было бы не так красиво. Вообще погода стоит в Беларуси в этот последний день марта удивительно теплая, 22 градуса. Хорошо перезимовал вереск. Надо сейчас его постричь. Рододендрон Хельсинки университет. Самый красивый и здоровый из всех моих малышей. Если не будет поздних возвратных заморозков, возможно, увижу его первое цветение в этом году. Новые посадки пионов все еще прикрыты лапником, потому что они были проросшие, высоко торчат над землей. В этом году гортензии обрезала необычно высоко. Я хочу поднять их на ножках. Вот граффити уже надуло почки. Клумбы нуждаются еще в чистке. И необходимо добавить мульчи. У меня кора лежит сразу на земле. И слой ее не очень толстый. Она перепревает за сезон. И приходится ее добавлять. Розы все обрезала. Некоторые очень черные были, потому что практически не укрыты. А некоторые хорошие зелененькие. Буду оставлять менее прихотливые. Вот как смотрится моя центральная клумба. Тоже еще очень много работы. Постричь самшит. Привести в порядок пионы. Подкормить их. Тамарикс еще спит, почки не надулись. В этом году попробовала его черенковать. Тамарикс хорошо дает корешки в воде. Лаванда выглядит сухой и безжизненной. Тоже постригу ее покороче, вырежу такие вот толстые ветки под корень, чтобы она молодилась. На контейнерной площадке давно все сухо. Гортензии, которые зимовали в горшочках, на улице тоже начинают просыпаться. Посмотрите, какие хорошие у них почки. Здесь папа помог погрести мне клумбы. Надо засыпать новым слоем мульчи. И посмотрите, стройбери блоссом. Сразу видно, достаточно поздний сорт. На нем еще нет почек. Продолжаю разметку на газоне для посадки своего маточника. В этом ряду у меня гортензии из серии Пан. Вот одна из них зимовала в горшке на улице. Почки просыпаются, они живые. Посадим ее
Я размечаю круг для посадки где-то 60 сантиметров диаметром. Размечаю с помощью мела. Сегодня помогает мне снимать мой внук Алёшка. Плохо идет. Плохо у дерна, да. Снимаю дерн и выкапываю яму. Яма будет глубиной 60 сантиметров. Пересаживаю гортензию пандрия. Она была помещена в 16-литровый горшок прошлым летом и хорошо заправлена. Почва у меня песчаная, поэтому дренаж не нужен. У кого почва более глинистая, то на дно нужно положить дренаж, потому что гортензия не любит переувлажнение. Горшок здесь большой, 15 литров. Будет тяжело вынуть эту гортензию. Это пандрия. Я ее обрезала и ухватиться не за что. Буду пытаться достать ее так, чтобы не сломать куст. Вон лопату. Очень тяжелый горшок. Получилось достать с помощью лопаты. Ком оплетен, но не сильно. Все равно надо его немножко расшевелить, чтобы было лучше сцепление с землей. В яму буду добавлять перепревший навоз. Перегной. Он лежит у меня уже много лет. Еще буду добавлять торф, желательно кислый, и суперфосфат. Все в яме тщательно перемешиваю. И примеряю куст так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Немножко низковато, надо подсыпать. Тебя не видно. Вот теперь хорошо получилось. Засыпать буду вокруг землей и торфом. Остальное засыпаем торфом. Слегка притопчем, уплотним почву. И обильно польем. У нас уже сухо. Сверху немного опять торфом замульчируем. И корой, которая была в горшке. Вот и все. Сажать так можно в любое время года, потому что саженец с закрытой корневой системой.